предпоследний день года президент России Владимир Путин и президент США Джо Байден обменялись взаимными угрозами. Во время телефонного разговора они обсудили украинский вопрос. При этом оба президента выразили оптимизм, что дальнейшие переговоры в 2022 году смогут ослабить растущее напряжение. Разговаривали лидеры около часа. Джо Байден сказал коллеге, что Россия должна прекратить усиливать военное присутствие у границы с Украиной. Он также пообещал беспрецедентные санкции, если Москва решит вторгнуться на территорию соседа. Владимир Путин, в свою очередь, отметил, что санкции со стороны Вашингтона могут привести к разрыву дипломатических отношений между странами. Это уже второе общение двух президентов за месяц. В этот раз инициатором была Москва. Эксперты говорят, что второй звонок создал хорошую основу для будущих переговоров по ряду ключевых тем. Так, в январе запланирована встреча высокопоставленных чиновников двух стран для обсуждения вопросов безопасности. Пройдет также заседание «Россия-НАТО».